Губернатор Наталья Комарова сегодня работает в Советском районе. Глава региона посетила социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в поселке Пионерском. Здесь в рамках нацпроекта «Демография» в конце прошлого года ввели в эксплуатацию новый корпус. Его построили при поддержке округа. По окружной государственной программе на эти цели выделили почти 160 миллионов рублей. Новый корпус дал возможность создать впервые в округе универсальную терапевтическую среду для детей. Услугами центра пользуются дети с инвалидностью, ментальными отклонениями и тяжелыми психическими нарушениями. Для них здесь внедрили модульную программу «Город мастеров». Реабилитация и социализация проходят через занятия в художественных мастерских, обучение гончарному, ткацкому делу и даже навыкам сапожного мастера. Кроме того, в реабилитационном центре оборудовали тренировочную квартиру, где дети учатся самостоятельной жизни. Добавлю, Советский районный социально-реабилитационный центр входит в пятерку лучших в Югре. Стационар центра рассчитан на 50 детей. Здравствуйте, наставник, у тебя серьезный, да. Тебя как зовут? Ты тут разошлись, шов разошелся, да? И ты теперь его восстанавливаешь. Отлично. Хорошо же получается, да, мастер? Здесь проходят реабилитацию дети со всего автономного округа. Причем здесь идет и реабилитация, взаимодействие с медицинскими учреждениями. Здесь же получение профессиональных навыков, получение свидетельства об образовании. И ребенок, имеющий ограничения в здоровье и в жизнедеятельности, может полноценно жить и работать.